Сейчас мы возвращаемся к футбольной теме. Нам удалось восстановить связь с британским Манчестером. Там работает наш корреспондент Рада Зиналова. И сейчас мы узнаем, какие же настроения царят в Манчестере непосредственно перед началом футбольного матча. И Рада, пожалуйста, мы ждем. Боря, дай микрофон. Нахрена вам микрофон? И Рада, мы ждем вас. Но это прямой эфир, могут быть любые неожиданности. Мы приносим извинения нашим зрителям за то, что нам не удалось поговорить с нашим корреспондентом Ирадой Зейналовой.